обучены. Так, нас видно? Я не знаю. Я вижу только черные краны. Сколько народа надо собрать? А что он не подключает? А, вот, вроде сейчас подключится. Так. Сейчас немного посмотрим. Вот так, так. Все, вроде нас видно. Всем привет. Сегодня мы начинаем проходить со Стингом игрушку Джакал. Для приставки, Данди, поздоровайся. Давай начинай. Да говорю, поздоровайся. Вот. Так выглядит игрушка. Так, что такое, не понял. У меня что-то с... Подожди. Сейчас, подожди. А, ну да. Я заставку ни разу не смотрел. Я тоже не смотрел. Ладно. Прикинь, нас уже 5 человек смотрят. Ну чё, отпис? А звук есть, игра. О, звук. О, так это потому что я в колонках. Ну чё, все пишем в чат, все здороваемся. Чё у тебя с управлением, не понял? Всё норм? А. Ладно, погнали. Это подожду. Что? Я заболел, по-моему, нет? Нет. Добро пожаловать, нет, синхрон. Мы опять... Мы что, десинхронни, что ли? Конечно. Да иди ты. И что делать? Ходите из эмулятора. Раз всё... Да, извиняемся за задержку. Я тебе говорил, хамачи надо использовать. Блин, я не люблю хамачи, понимаешь? Придется полюбить. Сейчас, ребят, подождите немного. Перезагрузим мы сервер. И симулятор. Так. Немножко поднастроим окошко. Хамачи качай, и без проблем все будет. Иди ты. Хамачи. Окей. Я не буду его качать, все. Так, тогда знаешь что? Сейчас я тебе свой айпишник кину. Ну давай ты лучше будешь первым этим. Ребят, привет, передаем кому надо. Представьтесь, вот кто тут. Да. Да, Серёна, 5 человек и тишина. Я тут, ну я тут это кто? Биовульф 333. Знаешь такого? А Биовульф я знаю, да, здорово. Я знаю этого человека. А кто это? Здесь я, Зовахан. Приветствую. Тоже знаем такого парня. Дурак, блядь, какой-то тут есть. Так, сейчас, погоди, я тебя скопирую. Честно, эмулятор, ненавижу его. Согласен. Так, все, да, сейчас, один момент. Кашка, подсоединяйся, я к тебе приду. Давай. Все, можно? Давай. Все, я готов. Давай. Опять-таки надо тут. Да, ну и тормозите. Не, у меня вроде все норм. У нас уже вертолет, который сейчас высаживает. Да. Ну что, вроде норм, все? Шипись, мне вообще управление зашибись пошло. Ну вот, согласен. Ты ну давай. Бля, я взял. Похуй. Что-то у меня большие сомнения, что ты идешь до конца. Почему? Почему у тебя сомнения, скажи? А ты чего не берешь этих-то? Да нафига они мне. А я возьму.
сколько времени? Да ну норм. Я буду собирать. Да, уже все пацан. Тебе надо будет. Да, отбрось сомнения, тебе пишут. Но однако народ есть у нас на стриме. И это не может не радовать. Ребят, подскажите, нас нормально слышно или как? Да, я высажу его и слышно, слышишь? Ладно, я хоть очков себе понаработаю. У тебя уже жизнь дополнительно. Ну, я видел. Если хорошо, обои слышно. А? Обои слышно, и игру, и нас, все но. Так, это, советую за пальцы прятать. А зачем? Все но. Еее! Кошка, иди сюда. Вот, прошли мы первый уровень и переходим ко второму. Симуль, привет. Ладно, одного захвачу, остальные там сами выбирайте, короче. Пошли через справа, короче. Да, чуть-чуть справа надо уйти. Ты тут особо вперед, окей? А? И беги вперед. Ну знаешь, я по-другому не умею играть. Я жизнь куда ли? Подстава тут идет. Уже это, быстрая машинка будет, которую ты очень не любишь. Серая это? Да почему не люблю? Да, вот. Ну и чё? Я ее наоборот люблю. А прикольно. Все норм, давай, сейчас затащим. Мне самолеты больше бесит. Ой, твою, откуда он взял? Я тебя спас. Будешь мне должен. Я сказал, за что ты мне должен. Так, сейчас это, подожди, не беги вперед, давай танки завали, потом будем постом. Аккуратнее сейчас. Вот, вот. Так, я мочек. Там Химуль издевается над как бы зрителями. Нас уже 8 человек смотрит. Это рекорд. Для меня онлайн рекорд. Ну, лагаешь маленько. Давай я вперед туда поеду. Погнали. Эй,
Блин! Ну ладно. Начнем все заново. Ну по правой части надо повысить. Ну ладно. Собственно, по ней. Ладно. Тихо. Я, говорит, не издеваюсь, я мило общаюсь. Ну-ню. Вот мое любимое место. Как ты выжил, а? Тьфу, как бы тут легко пройти-то. На двух тебе пропасть. Я выбил его просто. А, так, вот тут осторожно. Да, я помню про них что-то. Да? Да, помню. Давай босака мочить, короче. Все, завалили, мы его быстренько прошли. А сейчас будет такой болотненький уровень. Вперед, блядь! За Родину, мать! Завалим их. Камешек аккуратнее. Вот особенно вот тот. Опа! Я вот это про это забыл. Не, ну почему залатываю? Россию. Вот здесь. Вот пока люди регались, уже мы жизнь потеряли, говорит. О, да, это я уже, блин, представляю. Поезд аккуратненько. Там справа сверху машинка будет. Чё, нету? А, есть. А кто ж... Дай я его убью. У тебя-то нету? Нет, у меня ничего. Во, побежали, короче. Два танка, по-моему. Блин, вообще рульно.
Ну ладно, я пожертвовал своей жизнью, но мы прошли дальше. Вот. Какой позор, а? Нормально, давай, давай, затачим сейчас. Пойдем. Я камикадзе, все. Да, я люблю идти вперед, что такого? В этой игре. В любой игре. Силкором по полной эксплуатации. Вот, блядь, силкором еще. Я жертвую своей жизнью, понимаешь? Вот, бля, вот силкором я больше никогда играть не буду. Я вообще не собирался. Я сегодня его прошел, все, так. Call of fucking piece of dog shit, да? Хуже? Хуже. А, ну я понял. Бери солдата, да. Ну. Ну, особенно если ты играешь за вертолет. О, да. Тут так вот надо. То, что у меня оружие без контроля. Так взял бы ты тогда солдатика, чё? Так, вот тут это аккуратненько подставлю. Я знаю, что ты мне говоришь. Как будто я вот не проходил. Я говорил, подставлю. Да я знаю, говорю. Да я еще раз тебе говорю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слушай, это... Стинг, я вот откуда, правда? Вот я с России, правильно? У меня... Я танк, я на правом иду. Я из Америки. Ты как бы, да? Блин, я думал, что уже сказал. Сейчас, смотри. Что? Смотри, там сейчас такая подставка, потом будет. Она вообще в сторону. Я знаю. Называй просто тактический пройти. Слушай, я на пролом пёр. Наказание за то, что ты меня не послушал. Пхах. А чё мне делал? Пхах. Так, дай тебе оружие, всё, ему бесполезно. Окей. А удивляйся, мы уже на пятом уровне. На пятый уровень заканчиваем. Я обычный, блин. Со мной, да. Ой, да, пол. Да, так. Гаси пушки. Окей. Это жизни нам не дают. Ему с чего я тебя бояться-то буду? Да, так, просто знакомый, девушка. Фу, это позор. Чё ты говоришь, а? Я издеваюсь. Еее, фак е. Нормально. Ну все, погнали. Зеленый не трогай. Что?
Я сказал, знакомая, слушать внимательно надо. Девушка, ты мой знакомый сюси. Удивительно, как Стинг со мной добрался далеко. Вот, нифига себе люк, видел? Видел? Этот, блядь, да ёб... Суку. Я сейчас буду как ЛВГН, короче. Так, там, короче, помню, опушка, короче, есть одна. А это хитрожопец-то вывернул-то. Да ед... Можно? Ну чё тебя завалили, вот? Да ты у меня жизнь тебя уже взял. Я думаю, ты мне простишь. Так, походу он с опозданием. Почему? Вот сейчас будет вертолётик. Иди сюда, мать твою. Да. Где вертолёт, ебать его, брод? Вот он. Я тебя спас, понял? Нашу жизнь я взял оправданно. Я схудил, чё? О, блядь, беги его! У меня бешеный джипик. Пойдем. Вот тут пушка есть, по-моему. Нет, тут нет, не тут. Дальше, по-моему. Но где-то тут я точно помню. Дойдешь или мне подождать? Проход так. Пройдем. Хорошо. Пушка-пушка, пробита черепушка. Сейчас, когда можно будет зайти, я потрачу. Появляйся скорее. Окей. Сейчас подстава будет. Да, вот там пушечка, это я помню. Не, она еще жила, а теперь мертва. Сука, пошел! Да... Да ебись конем эта игра, блядь! Кто еще со мной не согласен, то, что шестой уровень сосет, блядь? Сосет игра вся, блядь. Автомат игра ничего, там шестой уровень, а тут вот. Ну это, блядь! Потому что хитро вывернутая, блядь. Тимур, ты видел, как конь так может? О-о-о! Ваня, это мега фейл сейчас будет. Ты один, окей. Окей, давай, покомментируй. Я говорю, ну конь, блин, хитро вывернутый. Так, это я комментировать не буду. Там я знаю, что это кто-то про меня что-то говорит. Нет. Говорят про меня, ну ладно. Знатоки игры есть тут, что делать? Сейчас Ваня сольет последние две жизни, и это будет мега фейл. Приедешь в Россию, узнаешь. Ага, подъебал. Что самое интересное, знаешь, что вот до этого я стриму, что записывал, пропали видюшки. Да, с той стороны еще, только поаккуратней будь. О, хорош. Мужик. Дальше, дальше еще там проезжать. Вот тут еще коридорчик вот этот надо проехать. Там еще пушки будут дальше, так что это, поаккуратней там. А, я, блядь, пауэрап какой-нибудь. Вот именно, Химуль, в наше время нету тактики, понял? Ну,
да, нет, вот так. Емуль. Согласен, друг. Так, теперь... это подруга. Не важно. Важно. Если есть мозги, то это не надо. Да ёб твою... Встаньте ровно, блядь, потом хуяк резко пройди и по диагонали пиздани, давай. Давай, вот красавчик. Давай, еще разок. А на тебе, вот так. Давай, давай, давай. А ты пропрись просто вперед, при как танк, потом пиздани. А ты не делаешь так, чтобы был вертолет. Блять, это я не пошлет этот ебаный вертолет, я тут ни при чем. Блять, вот эти два мудака еще с пушки стоят. Вперед, прись и все. Ты танк. Ты танк. Ну я танк, я жив, блядь. Вот он, сука. Ха-ха-ха-ха, вот он, блядь. Вот он подъеб, а, блядь. Ребята, моего босса. Мы? Может ты? Я будет блять этот вертолетик, еще куча. Ты пройдешь? Ты его знаешь. Ну да. Давай. Я последняя жизнь, ребят. Я, блядь, вот полный задница, учитывая то, что после этого вас ждет еще один сюрприз. Я знаю, что это, блядь, тут будет. Сука, на мне. Уберите танки, кто-нибудь, блядь, я не могу даже этих атаковать. Я бы, блядь, убрал, но, блядь, это, жизик нету. Мне только придется смотреть. Блядь, это пиздец. Ребят, может напишите еще, что может предложите, короче, пройти. Ааа, блядь, давай! Рэмбо! Блять, а тут пушки надо гасить, или дом еще не дом? Сначала пушки, потом дом. Я сначала так делал. Вот. Потом вторую мочи, потом вот эту вот мигающую херню. Не, Соника не, Соника это на сег. Во, херач вот это, быстрее только. Черепаш... О, Риктор, привет. Не заметил тебя. Черепашки две части, блин, не, ребят. Да ну, черепашки, заезжен. Во, а вот теперь жопа начинается с этого момента. Ох, 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 ох. Они меня, ух, блядь, Streets of Rage, нет, мы уже играли. Ух, нихера, он еще и не достал. Так, и что ты будешь так стоять? Не знаю, что мне делать теперь. Херачь его. Он мне не дает выйти, видишь? У него пушка, блядь, стреляет. Гораздо скорострельнее, чем моя. Ты, во-первых, развернись к нему лицом. Пошел он туда, такой стороной к нему стою сейчас. Блядь, у него пули дальнобойные. Значит, по пушке это самое. По что-нибудь военное. Не, я понимаю, короче, heavy barrel, да, пройти, но это пиздец. Ребят, вы так короче, я тут энджин залью, потому что я так заебусь его мочить. Не-не-не-не, давай, ты должен сделать это. Я еще клоун сделал, все, я давай. Ваня, давай. Ты сможешь, чувак. Rush attack нет. Это о том, что тут лазер заденет все-таки. Да бля, у меня фейл был, когда у меня вот с пушкой с этой херни нашел. Нет, выстрелит и все, эти танки. Кто еще предлагает? Пройдите Guerrilla War. Кого? Guerrilla War. Ну нафиг, ребят, слишком лёгкий. Golden Axe, Double Dragon, Mighty Final Fight, не знаю. Golden Axe, надо идти на Netflix. А, ну, Остиан Акс, короче, слышишь? Ну, Голден Акс на, короче... Остиан Акс на одного. Да, вот именно.
А Golden Axe на Sega как-то не очень хочется проходить. Double Dragon я не люблю. О, красава, попал, давай, давай, давай. Mighty Final Fight на одного тоже, кстати, если что. Final Fight, не, Mighty Final Fight. Это я знаю, Final Fight не нравится вообще на смысле. Double Dragon 3, короче, они говорят, не. Вот, ребят, в общем, вот я сейчас так продолжаю, у него здоровья много. Не, ну слушай, если так бы продолжать, если таким мы вдвоем бы так стояли с тобой там. Знаешь, мне проще сейчас в дом идем, чтобы он меня попал. Понимаешь, потом я опять сфейлю, и опять ты до сюда дойдешь вот так вот, по-моему. Потом так что давай это, давай. Проходи. Меня подловил. Ваня, ты сможешь. Шаттерхенд на одного. Вы бы еще контру сказали бы. Еще, ну да, да, да. Я бы тоже прошел. Знаешь, у меня такая же была идея пройти трилогию, но, блин. Ее переманили. Да ну дьявол, это на комп. Кого-кого? Дьявола. Ты слушай, ты не по диагонали стреляй, ты знаешь, как делай, короче, вот ты с угла выехал. Не, понимаю, подожди, ты вот выехал с угла, да? Маленько в сторону и по прямой ему пизданул. Дьявола нету приставочного варианта. Ой, бля. Сука, это надо, знаешь, что, как вот 10-часовое, короче, видео есть, блядь? Во, вот так вот и мочи его потом. Да нет, ну блядь. Я вверх опасаюсь, что ты мне управление подведет. Я тоже опасаюсь, но ты не опасайся. Нет, блядь, еще не подарок. Можешь. Можешь нам включать, когда он сократил. Пока он не красный. Ваня, Ваня, Ваня. Да, я не люблю. Окей. Ваня, нельзя. Он это я, потому что я комментирую. Диктатор здоровья у него показывает, у меня был проще. Ну да. Показывает, к сожалению. Вот в Мегамене он показывает. Слушай, меня вот, знаешь, прикалывает это. Он что, гранатами не долетает, что ли? Гранаты не... Да. Видишь, надо попадать именно в пушку. Сам сколько... Сама станина, так скажем, не считается почему-то. Хотя станина, да, допустим, пушка держится на этом. Да это херня. Заебал я так заиграть. Эль, блядь, так вот дергаю сейчас, пока он тебя не завалит. А вот, блядь, надо хитрожопить. О! Качнел, хитрожописто вывернуться, чтобы его пройти. Давай, ты сможешь, видишь? Прошло всего 15 каких-то минут, а он только покраснел. Давай. Вот только еще. Да, он заржавел. Смотрел это, ты знаешь? Металл Апокалипсис. А кто? Металл Апокалипсис. Знаешь мультик? Чуть не помню такого. Там в первой серии, короче, говорит, бля, металлист покупает краков, говорит, чё типа они там в этой воде кричат, и кричат разные, потом подыхают. В жизни не слышал, чё металлический. Так, заржавел, пока гонял тут с тобой, прикинь, как говорит.
А цвет показывает то, что, короче, босс слабеет, и поэтому он сейчас выдохнется. Ну, типа, да, короче. Да, он заебался, короче. Короче, это как черепашка в ниндзя. Это понимаешь, это кто еще заебался? Ох. Сейчас будет, знаешь, что эпик фейл какой? Если он тебя попадет. Ну, желание мое, тогда нельзя. Ну. Вот сейчас я в него попал. О, еще покраснел. Бля, у него третья стадия, я только до второй доходил. Короче, еще так ударов 10, он все. Окей, я засек. Бля, смотри, первые 5 уровней быстро что-то прохерачил. Че за трюк, типа? А может ты ее ёбнул уже? Да по-моему ты ему пушку пизданул. Так что мочи его спокойно. Смотри, чтоб он тебя не замочил. Да! Ваня, ты сделал это! Красавчик! Базаром, но справились. Ну да. Молодцы! Ваша миссия закончена, короче. Так хотела сказать лузер, но справились, истинно. Ну спасибо, блин, мы старались, а вы так лузеры, лузеры. Такая вот доставочка. Вон Стинг так храбро курит в красном берете, а я там стою, короче. У джипика фоткаюсь на аватарку, короче. Джипик, давай, это все хорошее. Ладно, если сейчас надумаем, короче, что пройти еще, то сейчас вернемся. Я думаю. Куда мы никуда не уходим, мы тут остаемся. Да, мы сейчас просто подумаем, наверное, что пройти, да? А что думать, я же сказал, вот монстры на моей полке, все. А, прям сейчас сразу? Прям сейчас я проверю только это. Давай, это самое, Ром, что? Ребят, не расходитесь, я пока сейчас отключу. Подожди. Записалось ли? Подожди, ребят, давайте сейчас отключусь, только никуда не расходимся. Мы сейчас вернемся, буквально минут через две.